Добрый вечер. Я сегодня должна была уехать, не было удобных в поезде мест для меня. Я решила, что я все-таки хочу себе позволить ехать комфортно. Нет такой спешки, нет такой нужды. И тем более сегодня на берегу моря. Мы на Лонжероне пришли послушать Эдгара Винницкого. Я вам уже его показывала в своих видосиках. Вот, в общем, прощаюсь с Одессой. Не навсегда. Вот, но перед далеким и долгим уездом, не знаю, долгий или какой получится, не буду загадывать. В общем, собираю сливки. Память, она не в магнитиках, а в памяти в нашей. Вот собираю я себе для памяти замечательные моменты. Лишь с той задачей, полученной тобой из грез. С чего начать? Ты уже начал. Ведь задал правильный вопрос. Видимо-невидимо людей, слившихся в единую картину. Давно несется эта канитель. Без смысла, равно как и без посыла. Вокруг звезды на камне голубом летим мы. Оборот за оборотом. Интересуемся, что будет там, ну, потом. Что раньше было? Вопрошает кто-то. Момент сейчас. Для нас всегда предлог до будущего поскорее добраться. И в то же время прошлого итог в мгновенье. Очень сложно оставаться. Изысканно концепции мы строим вокруг того, чего не можем знать. Навязываем мир зачем-то боем. А вот люблю... Стесняемся сказать. В боязни, что нас кто-то не одобрит в агрессию, мы маскируем страх. И спрашивая незнакомца, кто ты? Мы опасаемся, что нам поставят шаг. А можно попросту делиться всем. Любовью, мыслями, энергией делиться, приятнее отдавать. Чем брать взамен. Способна жизнь всегда преобразиться. Возможно, смысла объективно нет. Обречены вокруг звезды летать, но изредка парад планет порой напоминает нам мечтать. И это то, что делает нас нами. То самое, что пробуждает нас от дрем и староновыми, открытыми глазами. Мы сами этот смысл создаем. Спасибо тебе.
И тебе спасибо. И там дальше тоже спасибо. И мне спасибо. И так приятно. Такая тихая сегодня вообще погода возле моря. Вы слышите море? Оно шепчет просто. Обалдеть. Так, поднимите руку, пожалуйста. Или, если хотите, можете ногу поднять. Те, кто пришли сюда целенаправленно сегодня. Вот это кайф. Остальные полагают, что случайно. Возможно, даже случайно проходят мимо сейчас. А может быть, случайно. Так, ну я. Разве все на концерте? А все глаз должны быть билеты. А поскольку то, что происходит сейчас, происходит не в какое-то время, типа не в 2 часа дня, как я как бы должен был прийти, и не в 3, и не в 4, а происходит сейчас, то в это сейчас ты всегда можешь попасть. А поскольку каждое сейчас разное, каждый билет будет отличаться. У меня с собой есть вот такие карточки. Наверное, может быть, даже придется больше их достать. У меня они еще есть, не переживайте. С кусочками, фрагментами стихотворений. На каждой карточке оно отдельное. И... скажем, в этом кусочке собрана квинтэссенция того произведения, в которое вас перенесет QR-код на другой стороне, хорошо? Каждый возьмет себе билетик, и потом, когда просканирует, уже какое-то свое время, вот когда будет наедине с собой, там, где только он и мир, и нет этой границы между он и мир, он прослушает стихотворение полностью и поймет, почему он сюда пришел якобы случайно или целенаправленно. Вот. Но чтобы получить подарок так же, как мы получали подарки в детстве, нужно обрести эту детскую мудрость, эту простоту, в которой случаются чудеса. И обретается она никогда не усилием, как и расслабление не можно обрести усилием. И я чувствую, что существует одна специальная поза в йоге, которая всем помогает для этого. Мне так точно помогает. Такая поза в йоге называется асана, если кто-то не знает. И это асана улыбасана. Вот так делаешь. И становится чуть-чуть легче внутри. Мы все отвечаем за свое состояние. И своей физиономией можем делать его приятнее. Смотрите, кто летит. Сейчас. Красота. Так вот. Это нужно сделать. Ну, если хочешь. Хочешь, можешь не делать, тоже как-то хочется. А потом, когда вопросов становится в голове меньше, и все больше похоже на один сплошной ответ, все, что остается сделать в этой жизни, и сейчас, и вообще, просто подойти и взять свое. Но кто стесняется, тот хуже проводит время. Помните, там скользко, хорошо. Аккуратнее подходите. Не стесняйтесь. Подождите, все стоят. Здравствуйте. Привет, Эки. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Напоминаю, осторожно, там специальная зона, в которую не стоит ходить. Скажите, спасибо. Привет. Так, вставай. Покажи. Ничего себе. Ничего себе. Так, что тут у меня? Разукрасить смело этот холст собою.
только тот, кто спелый, но внутри спокоен. Даже у меня хватило этих двух пачечек, представляете? Вы все рассудите. Продолжение будет дома. Чем заниматься? Вопрос, волнующий сотни умов. Шахматы, плаванье, кросс, стихи или, может, сумо? Чем заниматься, отвечу, не шелохнув даже бровью. Занимайся поистине вечным. Чем заниматься? Любовью. 24/7 занимайся любовью с потоком. Из блаженства зерна посей. И дорога в цветах по итогу. Занимайся любовью, глядя в настоящее взором стальным. А любовь, сквозь тебя проходя, займется всем остальным. Благодарю. Круто. Ты видишь это крылатое? Видишь? Все хорошо. Не в смысле писать стихи, а в смысле позволить себе что-то большее, чем перестроенное прошлое в новое будущее. Допустить творчество в свою жизнь. Вдохновение — это наше базовое состояние. Если ты себя сейчас не чувствуешь вдохновленным, это не потому, что нет причин для вдохновения, а потому, что очень много придуманных штук, которые не позволяют тебе его почувствовать. Типа, а что обо мне подумают? А как воспримется это? А когда маленький был, что там было? Просто вот получаешь карандаш, о, супер, можно рисовать. Кстати, можно его и кушать, а можно им вообще кидаться. Правда? Ты можешь все, что хочешь с ним делать. И никто тебя не, там, не называет художник или не художник. Ты просто ты, и ты можешь развлекаться с этим. Искусство давно уже вышло за форму. И может быть, кому-то сейчас кажется, что я тут читаю стихи или там пою песни. Но я просто Эдгар, и я эдгарирую. И ты тоже можешь собой быть, просто быть. Шаришь? Ну, море, вот посмотрите. Ему совсем не жалко своих волн. Там так много их вообще. Ну, кого-то волна накроет, ну, кому-то будет неприятно, а кто-то в этой волне будет купаться. Море это делает не потому, что хочет впечатлить или не впечатлить кого-то, а просто потому, что такова природа моря. Делиться волнами. Я думаю, твоя тоже. Я думаю, что все здесь в каком-то смысле очень похоже. Да, море? Поделишься с нами сегодня волнами? Хорошо. Ну, у нас уже такое было, чё. Прикольно. Про книжки сказала, а не сказала, где они лежат. Вот они лежат прямо передо мной, рядом с моей любимой женой. Стихами, боже мой. Сказал. И в уши, и в глаза. Эту песню, я думаю, что многие из вас знают. Или многие думают, что знают. Я вроде тоже думаю, что знаю. Ну, из тех, кто приходит сюда слушать эти песни. Вообще так кайфово, что их нигде нет ни на радио, нигде, кроме как вот на море, знаешь? Они есть просто на море. Как когда-то песни распространялись просто людям. Я тогда верю в них очень сильно. Когда я слышу, что кто-то поет эту песню, я думаю, блин, так ты уже совсем большая песня, уже совсем выросла. Они же как дети. Когда-то ты их типа пишешь. Но смысл не в том, чтобы она была у тебя, а в том, чтобы она разлетелась, распространилась и стала тоже этим морем. Мы играем в игру всю нашу жизнь. Здесь правил нет, ни за что не держись. Победа не за финальной чертой, а всегда с тобой. Выигрышный лотерейный билет получает тот, кто вспомнит секрет. Только один вариант быть собой, знаешь какой? Абсолютно любой. Мантру со мной спой. Сейчас. Здесь.
многомерные. Семя через каждого стремится прорасти. Прошлое отпусти, позволь переменам открыть свои гены. Сжигай откровенно, сияющий момент. За боль этого мира любовью трансформируй. Будь сам себе кумиром, экспериментируй сейчас. И здесь еще многомерные. Тело накопил, поедая еду лишь одно. И как бы наука того не хотела, тело-то есть, а вот я не оно, не только оно. Точнее сказать, есть некто, который воспринимает бытие телом. И эти глаза не судят, не думают, а принимают. Эти глаза видят мысли, и значит, я не есть мысли, я наблюдатель, смотритель рассказа про полную сдачу, читатель и книга-издатель. За пределы игры игроку не пролезть, реальность безличностно сочна, ни капли сомнений в том, что я есть, все остальное не точно. Позволь переменам открыть свои гены. Шагай откровенно, сияй ежемоментно. Боль этого мира любовью трансформируй. Будь сам себе кумиром, экспериментируй. Позволь переменам открыть свои гены. Шагай откровенно, сияй ежемоментно. Боль этого мира любовью трансформируй, будь сам себе кумиром, экспериментируй сейчас. Пускай и контрастный порой, поверь, это точно полезно. Почти ледяною водою душ отрезвляет уместно напоры событий, смывая давно прикипевшую грязь. Потоково напоминает про изначальную связь, видя весь мир не отдельный простынь. И очищенным взглядом становится ясно предельно необходимое рядом. Не может момент надоесть. Ты явно сорвал этот куш. Попробуй принять все как есть. Или прими все как дождь.
без нужды одеться. Тайна в осознании. Мы одна баллада. Выдохи и вдохи, ветра перемен и всякие насадания. Ровно какой надо. Мы в одном потоке, нет других взамен, нет здесь нет таких и каких-то лишних. Разные снежинки из одной воды, из ветвей тугих прорастают вишни. Более заметно сердце высоты. Забывай события, вспоминая истину. И себя отдай не на 100, на 200. Тайна незабытая. Нет дороги письменной. Помни, тайна на самом видном месте.